Что здесь происходит? Плео, ты же всегда умела делиться своими игрушками. Правда, Дьюсик? Бэйба, ты чего? Страшный сон приснился. Дьюс, ты так просил. Давай сегодня вечером дома у Клео. Она как раз уйдет по магазинам, и нам никто не будет мешать. Окей, я вечером свободен. Ну, вот и договорились. О чем это вы договорились? Клео? Я, пожалуй, пойду. Дьюсик, поможешь мне сегодня пакеты после шопинга до дома донести? Бэйба, я не могу. Ты же знаешь, у меня сегодня вечером тренировки с клубом. Я знаю, какие у тебя тренировки с Аммонитой. Клео, ну ты чё завелась? У меня с ней ничего нет. Продолжай в том же духе, и у тебя тоже со мной ничего не будет. Чё истеришь? А ты забыла, как с Валентином не крутила? Не трогай меня! Постой, это не всё. Мяу, Клео, твоя киска нос разбила. Отстань, глазастая кошка. Сестра, это не по-королевски нюни распускать. И как-никак у нас сегодня шопинг. Рассказывай, что случилось. Да, мне Дьюс изменяет с этой гадкой Аммонитой. Всю жизнь я спотыкаюсь об ее побеге и порчу себе жизнь. Алло, Аммонита Найтшет? Угу. Помнишь, это я, Нефера. Буквально в одной гробнице вместе лежали. Угу. Приезжай в школу монстров. Нужно одну парочку расторгнуть. Ок, скоро буду. Все будет хорошо. Клод Вульф, где ты был этой ночью? Наверное, так сильно был на Луну, что не слышал мои телефонные звонки? А может, у тебя другая? Ула, успокойся. Например, эта сучка Сильви Тимбервульф? Что ты такое говоришь? Ты у меня одна и самая любимая. Муа. Ну ладно, дурачок, иди, машину мою хотя бы помой. А то ездишь со своими дружками непонятно куда. Чёртов с два! Как я выучу два учебника за одну ночь? Аммонита, помоги! Вам нужна помощь? Я слышала, что кто-то кричал. Нет, оставьте нас наедине. О, Аммонита, помоги по жесту кусологией. Какая тема? Посрёновы. Ну так я же семейство Посленовых. Посадил один раз и собирай большие плоды. Так, как бы показать на примере? Ладно, купи мне это платье, которое я хотела. И все. Ого, какой большой ассортимент! Это платье тебе идет. Интересно, Дьюс уже сделала кусологию? Пора возвращаться. Упс, Дьюс, тот танец на вечеринке с тобой изменил в моей жизни все. Да, но... Я поняла, что ты мой росточек, для которого я выросла. И обнимай меня крепче. А я ему говорю такая: в моем оазисе может искупаться не каждый. Это вот так вы делаете уроки? Все кончено, Дьюс. Сестра, постой. Ты не так все поняла. А эта Аммонита пыталась соблазнить меня. Ага, так я тебе и поверила. Ох, Дракулаура, а я-то думал, машину мы будем мыть вместе. Ну ладно. Моем-моем, чисто-чисто-чисто-чисто. Моем-моем, чисто-чисто-чисто-чисто. Кто это? Крео? Что с тобой случилось? Клод? Набирайте 10 000 лайков, и будет продолжение. Как сегодня хорошо.
Не Фера, я такая дура! Что я наделала? О, Мойра, ты что, сошла с ума? Так низко пасть от сына Горгоны до блохастого пса. Ты позоришь династию Денил, глупышка. Он же с Дракулаурой встречается. Ну что, малышка, надавим на газ. Что же здесь делает телефон Крео? И кто ей звонит? Клод? Угу, слушаю. Крео, та жаркая ночка была ошибкой. Давай все останется в тайне. Пока. Жаркая ночка? Какая ошибка? Ай, ладно, поехали. Бесполезные идолы, вы только молчите. Как же мне сказать Дьюсу, что это была ошибка? Новое сообщение от Сипсика. Крео, нам нужно встретиться сегодня в катакомбах. У меня к тебе важное дело. У меня к тебе важное дело. О, мой Ра! Надеюсь, он не узнал о нас с Клодом. Надо разослать всем приглашение. Ох, Крео, как же я долго ждал этого момента. Интересно, а Амонита хоть придет? Вы позвонили Найтшейд, я в зоне Рафрезии. Перезвоните через 5000 лет. Ясно. Поматросила змеек и бросила. Я не успокоюсь, пока не возьму совет у шаманки. Ию, как же здесь стрёмно. Здравствуйте, это вы экстрасенс? Вообще-то, я потомственный черный маг, милочка. Мне нужна помощь, я совершила слишком много глупостей. Да, я вижу, твоя судьба как зыбучие пески. Изменила парню, подставила сестра, горда как павлин. Я наложу забвение, и никто и не вспомнит, что произошло. Прыг-скок. Когда есть информация, не нужно никакого колдунства. О, милочка Крео, ты как всегда не тем местом думаешь. Твоя карма очищена. Давай гонорар и иди. До свидания. Дьюс, где ты? О, проблемная царица. Ну что, мое забвение действует? Пока не знаю, не проверяла. Кстати, я не шаманка, я только мысли животных читаю. Что? Не шаманка? Да ты шарлатанка! Верни мои деньги! А за гонорар спасибо, я себе новый прикид купила. Что же мне теперь делать? Бэйба, вот ты где, а я тебя везде ищу. Дейз, прости, это была эмоциональная ошибка. Просто молчи и обнимай меня крепче. Вай, вот это любовь, девочки. Как говорят у нас в Греции, лови змею, пока чешую не отбросила. Что? Крео, дорогая, ты выйдешь за меня? Ну, с размером ты, конечно, не угадал. А камень какой драгоценный! Да, я согласна. Ох, фараон будет расстроен. Гулс, давайте под этим видео наберем 10 тысяч лайков. И Дьюс, это здесь на тебе лишнее. Ах ты моя шалунья. Муа. Ну, давай, удиви царицу. Все самое лучшее и вкусное только для тебя. Эй, Эбби, помощницы не нужны? О, да, девчонки, вы займетесь десертами. Будет сладко? Страшно сладко. Первое блюдо — утка по-монструнски. Почистить морковку и засунуть в сияющее отверстие. Ну-ка. Давненько здесь никто не бывал. Звучит аппетитно. Эбби, закуски готовы. Красотища, подавай. Никогда не думала, что моя старшая сестра будет работать у меня в прислуге. Это будет недолго. Что ты сказала? Пробуй скорее. Очень приторно. Не пойдет. Когда же мы отравим эту Клео? Подожди, совсем скоро. О, кого я вижу? Крео, я не забываю о тебе и думаю по ночам. Мне жаль, что тогда так получилось. Может, начнем все сначала? Ну, я... А если так? Оу, да ты пьян, мужчина.
Омейра, а как же готовка? Аманита, тетеха, выноси еду и поживее. Ты где была? Уходила по делам. Так выпьем за новобрачных. Небось, отравить меня хотите, змеюки? Ага, за здоровье молодоженных, юху! Давайте, пейте за здоровье. Эх, это вам повезло, что я противоядие добавила, и не стоит гадить чужой колодец, из которого придется пить. Ставьте лайки, а дизы не ставьте, потому что у Эбби такого нету.